Привет, ребят! Как хорошо вы знаете свое тело, как хорошо вы считываете те заболевания, через которые оно пытается вам транслировать что-либо. И так как я столкнулась с заболеванием астмы, и вы все об этом прекрасно знаете, то я очень-очень много чего на себе испытала, чтобы избавиться от этого. И как говорят психосоматика, как говорят некоторые специалисты, что такое астма, ты много на себя взяла, это нужно кого-то там простить, себя простить, простить весь мир, мир в мире и много-много всего. Но что такое наши легкие? Когда вы разговариваете, что у вас задействовано? Язык? Зубы? В первую очередь задействованы легкие. Легкие – это разговор. Как часто вы задумывались о том, когда у вас болит спина, болят лопатки? Что происходит? На что нужно обратить внимание? Конечно, конечно, это наши пяточки. И наше тело, оно настолько все легко нам об этом говорит, но нас так запутали. Возможно, не со зла, возможно, просто с позиции невежества, в котором мы многие пребываем какое-то время. Но давайте будем раскручивать этот клубок. Давайте будем познавать свое тело. И, конечно же, мы его будем познавать через марафон PranaFit, который состоится уже завтра, 1 февраля. Но если кто-то не успел по каким-то причинам, вы можете присоединиться в любой момент, потому что запись каждого эфира, она, конечно же, сохранится. Я жду вас.